Так, ну чуть-чуть прошла, но сейчас начну снова снимать. Нет, все-таки я думаю, просто у меня было уже такое, знаете, как сказать это, сомнение, что я что-то снимаю не то. Но вот сейчас я вспомнила, что вот эти растения наши, которые суперинтеллектовские, которые, вот видите, приклеиваются прямо к скале, все-таки я считаю, что эта вот горка, это продукт суперинтеллекта. Видите, вот это ее тоже, тоже все от нее. Что тут, ну все, 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 видите, все в этих приклеивающихся растениях, вот, и тут тоже, смотрите, так, осталось два туннеля пройти, как вот там вот, жалко, что, наверное, не снять будет, как там туннель выходит из скалы. Слушайте, можете себе представить, что они на такой бешености едут, что они мне задирают юбку. Это ненормально, понимаете? Ненормально. Пошла горка. Смотрите, видите, края. Блин, я, знаете, такая присаживаюсь и садится, получается, к машинам. Ладно, пройду сейчас. Тут можно еще и поскользнуться, блин, потому что эта грязюка тут не просто вода, но еще и грязюка, блин. Извиняюсь, что у меня тут, я тут не наводил. Когда-то, когда я тут иду вот так и ничего не трогаю телефон, это потому что я стараюсь пройти опасный участок. Вот здесь наглядно видно, как корка отходит просто от вот раздвиновки стены, которая внизу идет, да, видите, внизу. Вот. Вот нормально корка, но это нормальная стена, да. И вот смотрите, вот пошла корка. Видите? Смотрите. Вот она тут начинается. И потом полностью покрывает эту раздвиновку. Видите? Она такая тоненькая еще, а потом толстым уже этим. Потом уже толстым наслоением пошла. О, посмотрите. Вот какая у нее уже толщина там. Мне нравится эта диагональная такая там стена. Посмотрите. Видите? Ну тут наши эти торчат чугунные изделия такие длинные. Вот, пожалуйста, видите, тут внизу все. Вроде как бы в корке, но в тоненькой, потому что разыновка видна, видите? А потом пошло. Это вообще жижа. Посмотрите, натуральная жижа. Потому что здесь еще ее белые прожилки. Ну, посмотрите. А, пошли там. Это просто невероятно, невероятно. И внизу раздвиновка, но даже в корке тоже есть раздвиновка.
как слоями. Нет, он мне, главное, я стою, никому не мешаю. Он мне, главное, бибикает, да? При этом едет на бешеной скорости. Вот, блин. Я вообще стою, посмотрите, от дороги, на каком расстоянии. Вот я стою на этой листве, блин. Вот видите, тут такая карта, посмотрите. Вот эта решетка чугунная. Это просто. И вот смотрите, как соединяется это. С этой жижей. Там сначала такая стена тоже, да, такая, как жижевая, потом вот у туннеля. А потом уже нормальная становится. Просто разъеновка. Тоже не блоки какие-то, а вот как разъеновочные пластины такие. Ну вот это со мной я хотела вам снять. Теперь, если даже если мне не разрешат снимать, я уже все сняла, что мне надо было. Радом интереса дальше тоже будет, но если что, я уже сняла то, что мне надо было. Вот посмотрите, здесь тоже все идет, видите? И посмотрите, как видна эта корка, толщина, посмотрите. Видите? Смотрите здесь. Наша эта чугунная, кстати, идет прямо из скалы тут. Видите? Видите? То есть ворота эти, они вообще, да, не только вот указывают на то, что тут лесенка такая. То есть вот такое бы, вот такие бы ворота бы делали, да, которые даже нельзя. Ничего, не заехать, ничего. Это вот такая маленькая лесенка, причем тоже, посмотрите, с чугунными этими, видите, вот поперечными, еще все с петельками, видите. С чугунными поперечными этими перекладинами. Да, блин. Он меня фокусирует, вот эти вот передо мной, дурачок такой, блин. Ну, мы его сейчас здесь посмотрим, видите, вот тут. Все, видите, все поперечные эти перекладины. Вон там из дырки она высовывается, видите, труба такая. И по всей этой идет, посмотрите, какая, да, сложная. Такая, как это, злобная такая, типа, попробуй только тут. Тут наши эти, тоже канальчики. Тут дырка наша по диагонали торчит. Вот наш канальчик. И там идет. И, типа, видите, там вот отдельно лежит, да? Да, опять, блин, арки наклоненные, да, вот эти не пробившиеся. Тут камней полно, блин. Да, вот сейчас, знаете, мне надо перебежать, блин. Мне надо вот туда. Правда, там тоже, вот если поверху пойти, там корка классная, но там просто этот, если сбоку идти, то там, ну, как это, ты видишь это, господи,
как он называется, этот каскад, короче. Ну ладно, пойдемте, нам же корку надо снимать. Здесь хорошо края будут видны, видите? Края корки. О, блин. Вот все, видите, все в этой корке. Все в корке в этой. Ой, блин, еще автобус тут. Подождите. Смотрите. Корка, да? Хочу показать вам, что под коркой такая вот, вы видите, здесь толстая такая, да? Скала, да? Ой. Хочу вам показать туннель. Просто уникальная возможность посмотреть на туннель сверх. Посмотрите, здесь на нем деревья растут, да. Там гидрант вообще просто невероятный. Наш этот. Вот корка идет, видите? Видите? И вот как слои у нее нарастают, вот видите? Тоже. Как покрывало, да? И тут все вот в этих наших суперинтеллектовских растениях, которые приклеиваются. И вот тут дальше идет, потому что здесь бы чего, видите, вот прям корка тоже, кстати. Там отделяются и деревья, там и корка, и скала. Из деревьев прямо со скалы слезут. Да, вот здесь нету никакого тебе этого каскадика, а там вот где-то там, там-то как бы два туннеля рядом. Там идет. Так, надо здесь прибежать. Видите, сейчас все солнце там, все солнце на той стороне. Тоже надо вот. Вот. Видите, вот туда надо. Что это, надо посмотреть. Стучат, блин. Вот у нас тут, видите, посмотрите, вот он. Ой, ужас какой. Ой, мне даже ногу стало сводить от страха. Посмотрите, как здесь цемент приваливается, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, там вообще, я боюсь туда. И там все тоже вот наша жижа, видите, вот жижа делает такие дорожки выпуклые эти, где разыновка. Тошнит меня от страха. Посмотрите, как она западает, да, эти? И лесенка, да, она как обычно, да?
То есть никуда ведущая лесенка. Тут же опять там эти трубы роста. Я так вот поведу. Я боюсь просто. Мне сразу вот, знаете, от страха начинает это судороги. Не буду я, блин, рисковать. Ну вот, видите, идут же пешком. Но они не снимают, поэтому им можно ходить. Вот опять корка пошла, видите? Я просто корки сегодня вам уж наснимаю, так наснимаю. Правда, тут без солнца. Жалко. Сегодня мало солнца вам сняла. И все. Наше вот это вот завивающееся, приклеивающееся растение. Которое попробую, только попробую оторви от стены. Вот видите, оно просто не отрывается. Тут тоже посмотрите, да, как вот по диагонали торчит труба. И пошла вот как змея по стене. Да, сейчас это... Сейчас опасно, блин. Хочу сказать. Вот сейчас я вам покажу опять границы вот скалы и корки. Посмотрите. Смотрите. Блин. Видите? Что такое-то, блин? Это невероятно. Короче, за автобусов около меня прошло, блин. Тут тоже эта корка, видите? Вот она тут начинается. Я просто люблю границы снимать. Смотрите. Тут тоже, видите, вот посмотрите, какой она толщины. Вот эта серая, светло-серая это скала, да? Вот эта скала, а вот эта корка. Посмотрите, какой она ширины. Обалдеть. Она разной ширины. Вот отсюда как рука, да? Видите? Стена такая вообще огроменная, да? Надо мной просто огроменная. Тут я не знаю, как, блин, мне. Тут с трех сторон машины идут, блин. Сейчас это опасно, блин. Так, ладно, пока машин нет, тут, вот здесь вот тут сложно пройти. Сложный кусок, подождите, я пробегу, блин. Ой, мамочка. Слушайте, здесь вообще просто... Очень узко. И там стена идет. Вот это самый узкий кусок сейчас, знаете? Ну, пока ладно, подождите. Нет машин, одна там едет. Сейчас я здесь встану. Ой, тут еще и стройка, блин. Сейчас кран на голову упадет, посмотрите. Где он? А, он заворачивает. Блин, там... Подождите. Вот
вообще. Тут просто еще машины стоят. Ой, блин. Да, тут не пройти, блин. Уже Чернобыль начинается. Я так понимаю, машины все идут там подо мной в туннеле. Вот. Так что поэтому получается, что здесь более-менее не так сильно опасно. Но зато можно снять здесь все. Жалко, тут туннелей нету. Вот, пожалуйста, коммуникация торчит, да? Видите? Вот пошла опять корка. Сейчас мы начало снимем. Тут наша опять вот эта тряпка. Наша жижевая паутина. Вот посмотрите, корка начинается. Вот ее граница. Видите? А, пожалуйста. Вот здесь все в корке, видите? Все в корке. Но я сейчас вам буду снимать, где у нее края. Смотрите. Вот зачем вот это вот... Вот мужики, они вообще тупые, просто дальше некуда. Вот баба не стала бы никогда вот так вот бибикать. Вот я и так сижу в опасном положении, вот он мне вот бибикает. Я как будто без него не знаю, что мне здесь нельзя ходить, блин. Вот, блин. Они тоже там, где машину поставили, извините, мне там тоже нельзя, по идее, ставить машину, блин. Пожалуйста, все, видите, как в одеяле. Как в одеяле. Вот это корка, да? Ой. Фу, блин, нифига себе, слушайте, видите, вот тут вот, типа листики лежат, блин. Ладно, сейчас уже осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Мне нужно здесь пока пройти. Они, конечно, на меня смотрят, что я могу там уже идти, там дорога есть. Но мне надо здесь снять, пока еще корку. Вот, смотрите, посмотрите, скала. Видите? Корка на ней. Здесь тоже, видите, как тонкое напыление. Блин! Как тонкое напыление, слушайте. Даже не напыление, а именно корка. Именно корка. Слушайте, здесь вообще туда идет такой. Видите? Я понимаю, что это только на любителя. Рассматривание этой корки в течение 2 часов – это не для средних умов. Ну вот, пока сейчас не буду тут стыки снимать. Сами, если поставите, потом на медленную, потому что я не могу здесь тут постоянно останавливаться задницей, как бы к машинам. Типа, повернись к лесу передом, а ко мне... Спиной, да? Вот я вот спиной поворачиваюсь и наклоняюсь, и чуть-чуть, и немножко наклонись, да? Это у меня получается
такая стойкая, машина меня видит при этом вот в таком положении. Поэтому я сейчас могу только идти. Вот. И вот, видите, она где-то, видите, отваливается. Посмотрите. Видите, куски. Отваливаются ее. Папье-маше такое, блин. Я просто обожаю это слово папье-маше, потому что это мой первый, самый плохой опыт. Сейчас велосипедист проедет, а то я тоже столкну велосипедиста. Короче, все дети нормально сделали папье-маше. Даже у всяких двоечников все было прекрасно. Только у меня, у одной, было неправильное папье-маше, блин. Потому что я обклеила бумагой с двух сторон чашку. Я навсегда это запомнила, понимаете? Там поезд. Это будет моим последним... Это будет моей последней мыслью перед закатом. Вот тоже, вот, пожалуйста, да? Посмотрите, какая у нас... пеня. Вот, пожалуйста, тут слои на слоях. Вот. И где у нас мулатьера, где у нас правильная лестница, где у нас... вот здесь вообще, посмотрите, ничего. Где у нас там что? Где у нас там что? Где у нас просто... раздваиваются стены, и вверх идет уже другая, например, стена и другая дорога, грубо говоря. Посмотрите, какая стена тут. Ну ладно, я иду, они там пусть меня объезжают. Здесь не автострада все-таки. Это я от страха не могу говорить. Посмотрите, на каком увеличении возвышение асфальта мы идем. Вот тут мне нравится. Просто скалу поддерживает вот бортик, да? И никого... это в горах, это в Альтаосте. До 2500 мы это... вот это вот бортики эти снимаем. Ничего, это нормально. Наши вот так вот вместе со скалой вот соединили. Вот посмотрите, да? Вот, вот посмотрите. Вот сделали такое. Хотя здесь есть, конечно, но... как сказать... расстояние. Но не везде. Здесь вон как вообще соединяется скала и этот бортик. То есть как будто бы даже скала находит на этот бортик. Вот здесь, посмотрите. Как будто скала, вот это не скала, а этот бортик заходит под скалу, да? Видите? Тут бортик тоже такой становится, как коркой такой. И потом резко раз, да, и стена. Вот тут скала была, да. А потом резко раз, и пошла стена. Каким-то непонятным, типа, непонятно, грубо говоря, даже без раздвиновки, но какая-то кладка такая, да. Только ей известно одной. О, идет расширение вообще. Супер. Супер. Тут тоже вот, да? Вот это чтобы. Как вот это бы сделали? Запах здесь хороший. Тоже всякие разные. Вот, пожалуйста, видите, вот как вот нарастание. Одного слоя к другому. Я тут стою, как королева, можно сказать. Так что можете ехать хоть на 200 скорости. Мне пофиг. Ничего не нарушаю. Не выхожу ни на чью там
сторону. Сейчас опять такая раз, все сузилось резко. Такая, ой, да, я опять тут это. Посмотрите, все сужается, блин. Закончилась лафа. Тут уже Вилла Дести сейчас начнется, по-моему, у нас. До свидания уже около городской этой. И сейчас меня еще не видят, блин. Если что, бляха-муха, ёб.